Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы начинаем очередные наши патрулирования, которые из года в год проходят на территории нашего городского округа. Пожарная служба, лесная охрана, аварийно-спасательное формирование, полиция и Росгвардия круглосуточно стоят на страже порядка и спокойствия граждан. Вот и сегодня на повестке дня важная тема – борьба с весенним палом травы. В настоящее время практически ежедневно ликвидируют локальные очаги возгорания и горения прошлогодней сухой травы, листвы и древесных останков. В большинстве случаев причиной возгорания является человеческая беспечность. Оставленные без присмотра костры, брошенные окурки или наоборот целенаправленные хулиганские действия. Такие возгорания приводят к неконтролируемому распространению пожаров на жилые дома и лесонасаждения, наносят вред окружающей среде, приводят к материальным убыткам и гибели людей. Как мы видим, сейчас установилась засушливая теплая погода. Поэтому нами и администрацией городского округа и лесхозом Одинцовского городского округа принято решение активизировать проведение совместных профилактических рейдов и патрулирования населенных пунктов, мест массового отдыха граждан по предупреждению разведения костров в неустановленных местах проведения профилактических работ с целью доведения информации гражданам, жителям и гостям округа. На построении наметили 7 маршрутов по всему округу. Особое внимание уделят местам отдыха, паркам и прибрежным зонам. Мобильные группы патрулирования составят работники пожарных и спасательных служб, полиции, лесхоза, Росгвардии и администрации муниципалитета. На таких выездах будут раздавать листовки, проводить профилактические беседы, а также выявлять нарушителей. Напоминаю, что за нарушение порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения, местах общего пользования и на землях населенных пунктов предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КОАП РФ и влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 до 15 тысяч рублей. В случае особого противопожарного режима штраф за нарушение повысится. Заплатить придется от 10 до 20 тысяч рублей. В случае ухудшения обстановки с пожарами органами местного самоуправления незамедлительно вводится особый противопожарный режим, накладывающий ограничения и запреты на посещение граждан лесов, лесопарковых зон, полный запрет разведения и сжигания мусора. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».